шары, на них написано «Джанес», «Молодость». Здесь люди приехали из разных городов, из разных стран. Здесь сейчас, в принципе, происходит такой сейшн, или можно сказать, бал миллионеров. Замечательная энергия, замечательное место, где надо быть, где хочется быть, где состояние такого полета. Почему? Да потому что здесь творится история. Компания «Джанес» в России практически готовится к открытию. Только завтра откроется офис в Москве. И мы уже готовы. Мы приехали открывать офис в Москве. Мы приехали посетить большой тренинг от наших лидеров. Мы приехали для того, чтобы сделать хорошую, большую праздничную презентацию для наших людей. Мы пригласили сюда сетевиков, мы пригласили сюда своих друзей, мы пригласили просто знакомых, которым мы желаем добра. Будьте вместе с нами, подключайтесь, делайте этот бизнес в интернете просто, красиво и эффектно. С вами был Сергей Столбов. Будьте в нашей команде, и мы желаем вам только успехов.